Вот мы сняли уже стаксель. Вот он у нас лежит красивенький, он такой длиннючий, весь пирс. И лодка у нас сейчас стоит без переднего паруса. Вот он валяется. В яхтенном магазине, да, Даночка? Да, она сюда сама привезла. Вот я покажу, какой он маленький. Написано World Largest. И я считаю, что это действительно самый большой в мире магазин, который мне вообще когда-либо был, который занимается ремонтом парусов. Здесь все исключительно для парусов. Больше ничего нет. Тут паруса, мачты, такелаж. Все. Итак, мы были только что в магазине. Купили много разных радостей, которых я уже не мог купить год. То есть для тех, кто не понимает, это и непонятно. Вот это я не мог купить год. Но это чепуха. Я купил вот что. Вот это я не мог купить 2 года. Я думал даже заказывать с Франции. А? И только на Пхукете. И только на Пхукете это я кушать смог... нужно? Это печеньки. То есть теперь я могу жечь в океанах адским огнем. И я теперь это так буду делать. Красавчик. Мощь. Итак, сегодня к нам приехали колесики для тузика. Вот они вот в такой коробке выглядят. Вот. Вот такая вот. Вот такие вот колесики. Как по мне, немножко дурацкие, но выбирать у нас, к сожалению, не приходится. Поэтому вот это вот так оно выглядит. Вот колесико оттягивается, поворачивается и опускается. Крутится достаточно легко. Зачем они нужны? Они вешаются на тузик, на транец, чтобы можно было самому тузик брать и вытаскивать его на берег, на пляж. А еще сегодня у нас есть, наконец-то, поремонтированные запчасти. Вот он. Это наш Forstay, совершенно новый. А вот та часть, которая была внутри, то, которую разорвало. Вот такой вот ежик. Это то, как внутри барабана фурлера разлетелся сам трос. Вот эта оплетка, а вот часть, которая полностью лопнула. И вот он у нас, внимание, совершенно новый фурлер. Ну как, он не новый, но это наш отремонтированный с новыми запчастями, которые вот такие красивенькие. Я надеюсь, будет работать и нас радовать. А еще мы сегодня купили подшипники и сальники. Заехали в магазин. Нам все подобрали сразу. Так здесь не бывает. В Таиланде так не бывает. Нужно очень долго искать. Может быть, что-то найдешь, которое можно использовать. А мы пришли и купили сразу все. Да, итак, мы готовы. Вот. Веревки готовы. Не все. Некоторые готовы еще сильнее. Вот у нас готов Forstay. И сейчас мы будем его поднимать. Давай! Это 18 метров. Стоп! Ой, давай еще чуть-чуть. Стоп! Сейчас я его хочу просто привязать здесь, пока я снизу крепить не буду.
Итак, мое любимое и ненавистное занятие. Диана, ты услышала? Да, мы сейчас накручиваем веревку, она же не была накручена. По часовой стрелке. Крутим. Вот, вставили сюда пин. Здесь будет регулироваться натяжение. И вот потом, вот там вот внизу закрепим форстей. Вот такая вот процедура. А чтобы было понятно, как устанавливается baby stay, вот, чтобы, вот, смотрите, вот так вот это делается, вот. Вот, вот так вот криво засверливается. Это какие-то долбоебы его ставили. По-другому назвать не могу. Там попали, там не попали. Что это за завесы такие? Короче, ролик стоит, крутится. Форстей поставили, установлен. Осталось только залезть на мачту дальше и прикрепить антенну. Но это может получиться, может не получиться. А пока делаем обзор. Вот как раз заходит большой красивый корабль. Вот такая марина. Вот корабли. Верхняя палуба где-то такая же, как моя мачта. Ну, не такая, но достаточно страшно это все выглядит. Но красиво. А некоторые корабли, да, действительно, 20 метров вот стоит большой. Красиво оттуда, наверное, это Титания. А вот эту вот штуку мы поставили на краспицу. Для того, чтобы у нас не протирались краспицы, когда у нас натянут baby stay вдоль мачты. Он ее касается, я дальше покажу. Вот такая вот затея. Вот корабли высотой с нашу мачту. Вот форстей уже стоит. Мы его натянули сначала сверху, снизу, а потом снизу. Обычно надо было поставить его сначала снизу, а потом поднять наверх. Но так как я с ограниченным количеством команды, которых не жалко, эту команду жалко. Вот, пришлось вешать сначала вверх, а потом вниз. Но вот, чтобы оно красиво получилось, натянулось, нужно было его натянуть, и сделали мы вот такую вот конструкцию. Вот. А это все для того, чтобы потом вот, низ форстея натянуть.